Садись на любое место. Матушка скоро начнет. Нужно найти место. Я в темных водах, но тут возжег он свет свой благой, столь славный, столь яркий. Вы верно помните, как святой Таурин вернул к жизни сгоревшую девицу? И я в детстве обгорела чуть ли не до смерти, но святой явился мне у алтаря, коснулся и исцелил. Время не властно над его мощами. Он коснулся меня, чтобы я коснулась вас. Да, такого даже Локи не выдумал бы. Бог есть свет. Но чем заняты вы в сиянии его? Всякий печется лишь о себе, погружаясь во тьму. Помыслы ваши, ваши сердца и тела отданы дьяволу! Все вы обречены, и нищий, и король, и королева. Изберите себе ныне, кому служить, ибо грядет суд, а с ним либо избавление, либо вечные муки. Помолимся. Исчезла. Похоже, ей что-то известно о королеве. Надо ее найти. Я видела моего мужа. Он уже должен... Ты печалишься? Мой муж пропал. Он давно ушел за избавлением, и его все нет. О, это я виновата. Что еще за избавление? Муж меня любит, но вдруг решил оставить. Его сбил с пути истинного дьявол. Мы послали его в Аквилу на обряд избавления. Матушка сказала, что так можно изгнать дьявола. Значит, обряд проходит в Аквиле? Да. Там обитель матушки. Бедный мой муженек. Но ведь он цел, правда же? Молись своему Богу, но на всякий случай готовься к худшему. Да, нужно молиться, молиться. Нужно заглянуть в Аквилу, где проводят эти обряды. Святой побеждает трех йотунов, показав им крест. Ему повезло, что среди них не было Фенрира. Тут есть таверна. Может, там кто-нибудь подскажет, где найти матушку? Этими безумцами и так сладу не было. А теперь у матушки еще знатная пленница. Об этом.
нельзя говорить. Что, господи, не боишься? Хозяин, я тут впервые. Расскажешь, кто такая эта матушка? Наши пьянчуги только и говорят, что о ее обрядах избавления. Да, Бастиен? Дурень громогласный. Садись, Норман. Бастиен тебя угостит и расскажет все, что хочешь. Так, Бастиен? Да, это я, громогласный Бастиен. Бастиен пропоится, но еще и щедрый. Ты знаешь о нас больше, чем мы о тебе. Из каких ты мест? Я только что из Миллиона. Миллион? Ты что же, из людей Сигфрида? Я всего лишь странник, друг мой. Сторонись, Аквилы! Туда забирают народ для избавления! Могут и тебя сцапать! Расскажи мне побольше о матушке и этих ее обрядах. У нас от них прибавилось забот. А уж когда у матушки появилась знатная пленница... Бастиен, молчи. Это божье дело. Что еще за пленница? Да кто ее знает? Вроде как из свиты короля. Где Бастиен? А, только об этом нельзя болтать. Не то Господь услышит. Выпьем, друзья! Бастиен угощает! Есть бен? Мне...
Видимо, заперто с той стороны. Королева у матушки. На печати тот же знак, что я нашел в покоях Ингельвина. Матушка хочет подвергнуть королеву обряду избавления. Я выпущу тебя отсюда. Нет, оставь меня в покое. Мне нужно молиться об избавлении. А ты иди. Матушка хочет подвергнуть королеву обряду избавления. Тут говорится, что под криптой в Аквиле есть тайный зал. Нужно найти эту крипту. Братец, лишь она открыла мне непростую правду. Я не мог ей противиться. Аминь. Я никого не слушал. Лучше скрыть лицо. Чем меньше внимания я привлеку, тем проще будет найти королеву. Ключ стражника. Замок, верно, неподалеку.
Тут в воздухе пахнет кровью, а на языке тяжелый привкус железа. Саркофаг христиан. Все прочие сделаны давно, а этот новый. Чтобы не говорили Белла Торрес. Может, нож славно сделан, но уже затупился. Резать им будет непросто. Нужно окунуть его в кровь. О, я тебя не заметила. Ты новый помощник? Славно, славно. Да, меня прислали помочь. Неудачно ты выбрал время. У них там королева. Скверно это, я так не могу. А я могу. Что мне сделать? Правда? Хорошо. Нож матушке нужно окунуть в жертвенную кровь. Он на столе. Потом его надо отнести ей. Ладно. Я подготовлю нож и передам его матушке. Жди здесь. Избавление обходится недешево. Нож покрыт кровью. Он позволит мне подобраться к матушке, не навлекая беды на королеву. Королеву, если я нападу в... Ты ведь знаешь Писание, Ефразия? Кто только научил тебя этому? Меня научил сам Господь, как ты скоро увидишь. Королева в плену. А это лучшие воины матушки. Лучше избегать открытого боя с ними. Прошу, выпусти меня, или меня убьют! Если открыть клетку в соседней комнате, стража уйдет проверить, что случилось. У тех стражников есть ключ от клетки. Открыв ее, я смогу их отвлечь. Беги, пока никто не заметил. Спасибо. Я не мог больше. Я думал оставить жену, но теперь мечтаю ее увидеть. Что это? Стража, проверить клетку! Нужно спрятаться. Что там с клеткой?
когда мне наконец принесут нож, мы приступим к избавлению. Возложил упование. Жаль, что ей пришлось умереть. Она не всегда была такой и прожила слишком мало. Твои поступки суровы, но, похоже, сам Господь направил тебя сюда. Ты Норман, верно? Я Эйвор из клана Ворона, и никакой бог меня не направлял. Меня прислал твой коронованный супруг. Тебя прислал Карл. Времени мало. Надо найти выход, пока нас не обнаружили. Я знаю дорогу. За мной. Я не успела поблагодарить тебя. Ты очень отважен. Отвага здесь ни при чем. Я обещал доставить тебя к Карлу, потому что у нас с ним уговор. Это все чума. Сейчас здесь для них полным-полно пищи. Теперь здесь будет немного безопаснее. Мы в тупике. Стена тут хлипкая. Я горю! Ты и правда был сегодня орудием Божьим. Но мне пора. Я должна кое-куда добраться. Тебя освободил не твой бог, а я. И сделал я это, чтобы ты вернулась к мужу. К нему ты и отправишься. Думаешь, Господь не причастен к твоим поступкам? Любой может стать его орудием. И простой осел, и ты. В любом случае, я доставлю тебя к Карлу. Ему нужна вовсе не я. Тебе можно верить. Я знаю. Бог вершит через тебя странные дела. Я покажу тебе, что ищет Карл. Может, ты хочешь меня обмануть? Да. Я могла бы. Но не стану. Разве ты не видишь, как все странно сложилось? Это точно дело рук Божьих. Его главное чудо — то, что ты всегда считаешь себя правой. Ты мне нравишься. Господь не зря тебя выбрал. И я надеюсь, мы подружимся. Я пойду с тобой.
Я хочу договориться с твоим супругом. Но он непростой человек. Как аккуратно ты подбираешь слова. Карл не всегда был таким. В детстве у него бывали припадки безумия. Взрослые решили, что он одержим. И провели над ним обряд. Потом он искренне уверовал, но начал смертельно бояться огня. Когда мы встретились, он был честен и набожен. Ты будто гордишься Карлом. Он любит тебя? Да, в каком-то смысле. Но он и я никогда не были по-настоящему близки. Он тебя не любит? Дело не в нем. Я не смогла быть такой, как надо. А он мужчина и нашел утешение в других местах. Та монашка, матушка, убила бы тебя. Возможно. Ее обряды избавления очень жестоки. Выживают не все. Ефразия состояла в тайном ордене, где верят, что Франки забыла Бога. Она думала, что я одержима. В том же ордене, думаю, был епископ Энгельвин. Ты его знаешь? Да. Они зовут себя Беллаторес Дей, божьи воины. Их еще осталось много. Вот мы и на месте. Это Бернар. Мы здесь ради какого-то мальчишки? Да. У Карла есть сын. Малыш. Рихарда, ты цела? Бог меня хранит. Не сомневайся в нем. Бернар, это Эйвор, наш друг. Ступай умываться. У тебя больше краски на одежде, чем на холсте. Он чудесно рисует для своего возраста. Он назвал тебя по имени? Да. Звучит странно, знаю. Но я ему не мать. Как еще ему ко мне обращаться? Так Бернар не твой сын? Увы. Но я все равно его люблю. Как я сказала, мы с Карлом никогда не были близки. Но он мужчина и король. Конечно, нашлись другие, готовые утолить его голод. Так и появился Бернар. Ты спрятала его здесь от отца? Карл хочет, чтобы Бернар унаследовал его трон. А мальчик страстно желает угодить отцу. Потому я и прячу его. Карл направит Бернара на темный путь, на котором не стать добрым королем. Я обещал Карлу вернуться с тобой. Ребенка в это впутывать не обязательно. Я бы и не позволила. Бернар знает, что помощь можно найти в церкви, когда меня нет. Мне снова нужно отлучиться. Вернусь, проверю твои латинские глаголы. Я знаю, что ты без меня встретишься с отцом. Не думай, что я глупый. Спрятав Бернара, ты рассчитываешь не дать ему стать королем? Ты не так меня понял, Эйвор. Бернар должен взойти на трон ради блага Франкии. Но ты видел, во что превратился Карл. Бернар молод, но станет славным правителем. И к твоим соплеменникам будет относиться лучше. Если Карлу нужен мальчишка, он разгневается, увидев тебя одну. Надеюсь, это не так. Карл знает, что меня схватили Беллаторес. Он верно волнуется. Мы не слишком ладили в последнее время. Но он же прислал за мной тебя. Может, он хочет примирения?
Медведица ранена. Постой, если это так, она опасна. Все хорошо. А, что же ты наделала? Вот так. Господь с тобой. Впредь будь осторожнее. Ступай, благородный зверь. Она уже сдалась. Но теперь все хорошо. Слава. Во Франкии все медведи ручные? Все божьи твари откликаются на любовь, Эйвор. Особенно, когда им больно. В этом они похожи на людей. У тебя дар усмирять зверей. Но сейчас ты говоришь о Карле. Думаешь, и с ним все так же? О да, особенно с ним. Что ж, вот и лагерь Карла. Я выполнил уговор. Вот твоя королева. Она невредима. Карл. Дорогая супруга, наконец-то ты передо мной. После долгих и тяжелых странствий тебе верно хочется подкрепиться. Ты все еще гневаешься. Зря, Карл. Я была верна тебе так же, как самому Господу. Прости, что забрала Бернара, но... Ах да, мой сын. Я думал, что найду и его, если отыщу тебя. Но где же Бернар? Что с ним? Он цел. Помнишь вечер, когда мы встретились? Я не забыл до сих пор. Небо было ясным, усыпанным тысячами звезд. В ночь после свадьбы оно было таким же. Я решил, это знак от Бога, что нам суждено быть вместе. Ты была в белом, чиста и изящна. И я думал, нынче я не принц. Я самый счастливый человек в мире. Вот так удача. Жениться на той, что столь легко падает в чужую постель. Ты не в мужья меня взяла, а в шуты. Карл, нет! За наш с тобой брак. А наш уговор? О, не бойся за Бернара, Рихарда. Он ведь мой сын. И без твоего вмешательства разыщет меня. А ты... Отродье дьявола, считаешь, что можешь вести переговоры с королем франков? Так вот твой уговор. Ты мне солгал. О нет, я не лгал. Я сказал, на все воля Божья. Такова его воля. Я позабочусь о страже, ты спрячься. Тебе не уйти! Вы все вместе! Вперед, я с тобой! Yeah.
изрежется! Короли, говорят не то, что думают, чтобы получить то, о чем не говорят. Я не все тебе рассказала о Карле. Прости. Я стыдилась правды и думала, раскрывать ее ни к чему. Он думает, ты ему изменила. Его обвинением нет конца. Я надеялась, он одумался. Думаешь, он правда хотел нас убить? Да. Теперь Париж падет. Карл все для этого сделал. Сигфрид был прав. Не гневись. С Божьей помощью Карл, как и та медведица, может спастись и стать тебе другом. Я не разделяю твою веру ни в Бога, ни в мужа. Но она делает тебе честь. Спасибо. Мне лестно это слышать. Полагаю, у Господа еще есть на тебя планы. Нам суждено было встретиться. Мне нужно к Бернару. Мы пойдем к беднякам Парижа помогать больным чумой. Там Карл не станет нас искать. А меня близ Парижа ждет Сигфрид. А еще приготовление к осаде и уязвленная гордость. Бог благоволит смиренным, Эйвор из клана Ворона. Вот увидишь. До встречи. Если меня узнают, будет плохо. Не мешай нашим молитвам, умоляем. Нужно взяться за оружие. Глаза меня не обманули. Враг явился. Некогда готовиться, сестры. Покажем наше умение в деле. Вооружайтесь, сестры. Отправим это отродье дьявола обратно в преисподнюю. Быстрее!
недооценила. Мне казалось, язычники лишь бестолку машут оружием, как дети. Вперед! Вперед! Семьи? Теперь ты хочешь еще и лишить меня жизни? Могла бы и победить. Братья и сестра Лилибоны бились за честь рода, но сгинули все.
Меня не должны узнать. Накину капюшон. Постой! Постой! К бою! Смотрите, тебе не жить! Сюда! Я нашла сокровище, Эйвор! Не умрю! Спить эту скотину! Врага.
Всем быть начеку! От судьбы не уйдешь! Горит por tus vidas. Сюда, на помощь! Проклятие!
Мне тут нужна помощь! Помоги мне, скорей! Мы нашли все, что хотели! Пойдем! Почему от них нет вестей? Может, пути? Все ключи у меня.
проклятие! Дверь открыта. Что же такое незримое спрятали внутри? Придется подлатать. Все лежало здесь столетиями, с тех пор, как незримые покинули Франкию.
Тихие шаги. Кто-то идет. Письмо. Когда я вошел, его тут не было. Франкию покинули не все незримые. Я не найду их, если они этого не захотят. Но дар их буду чтить.